громко пели, давайте повторим. Ну-ка. Давайте, неси свечи, горя. Метро все так тихо. Окей.
Друзья, перед тем, как мы продолжим, меня бы очень хотелось сюда пригласить Сережу. Сережа, Сергей Дмитриевич, можно вас на минуточку сюда, да? Ребят, по концепции вечеринки, которую объявил клуб «Метро», клуб «Метро» сказал, что в этот день рождения, в этот юбилей мы приглашаем самых опытных, самых там старых динозавров, ветеранов клубной сцены. В общем, часть из них стоит перед вами сейчас вот. Не все. У нас еще в дороге один человек, он доезжает для того, чтобы вас дорвать окончательно уже сегодня. Но нам очень приятно, как бы, что нам высказали такое, как бы, респект и уважуху, и признательность, поэтому держи лень. Поэтому от всех от нас, от динозавров и ветеранов клубного движения города Луцка, Сереж, очень тяжело, наверное, управлять таким сложным механизмом, как ночной клуб. Очень хотелось бы, чтобы он приносил не только удовольствие, потому что удовольствие он и всем нам приносит, а приносил и прибыль. Вот тебе денежный корова. Вот. Дай бог, чтобы были хорошие выручки. Ребята там еще порасписываются все потом, да? Окей. Здорово, Сергей, клуб «Метро». Поверьте, ребята, мы желаем, как бы, этому клубу, чтобы каждая копейка, которую вы здесь тратите, шла на развитие этого клуба, чтобы он с каждым годом становился все лучше и все круче. Ну что ж, ребята, а сейчас мне, как и вам, очень интересно узнать, что же нас ожидает дальше. Внимание! Указывал путь душам странников в мире музыки. Свет его имени дарил им тепло и радость. Он вел их за собой в мир позитива и эйфории. Дорогие друзья, встречайте, диджей с 10-летним стажем, человек, который играл на открытии клуба «Метро», организатор первого опен-эйра и первого автопати в городе Луцк, диджей. Маяк!